В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как Иисус воскресил Лазаря, который уже 4 дня пролежал в гробе. Это чудо стало одним из самых ярких доказательств его божественной мощи и власти над смертью. Когда Иисус прибыл в Вифанию, Марфа, сестра Лазаря, вышла ему навстречу и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». На что Иисус ответил: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет». И это событие показывает не только божественную силу Иисуса, но и его глубокую связь с человеческими страданиями. Смотрите, он плакал у гроба Лазаря, показывая свою искреннюю любовь и сострадание к людям. Воскрешение Лазаря предвещает будущее воскресение всех верующих и подчеркивает обещание вечной жизни, данное через веру в Христа. Этот момент также показывает, что Иисус не только обладает могуществом, но и является источником жизни. Как Сын Божий, Он имеет власть даровать жизнь и побеждать смерть, что является основополагающим аспектом христианской веры. Чудо воскрешения Лазаря служит доказательством божественности Иисуса и его мессианской миссии, предоставляя надежду и утешение верующим в обещание воскресения и вечной жизни в Царстве Божьем. Таким образом, жизнь, служение и чудеса Иисуса Христа подтверждают его истинную сущность как Бога, пришедшего в мир, чтобы открыть путь спасения для всего человечества.